Развитие искусственного интеллекта и глобальная перестройка мировой экономики. В Санкт-Петербурге завершился второй день Международного экономического форума, где главным событием стало пленарное заседание с участием президента России. Конечно, развитие страны невозможно представить без регионов. Краснодарский край сегодня подписал важные для себя соглашения на миллиарды рублей. Подробности из северной столицы в сюжете наших коллег. Трюхи забирать! Типичная картина для обеденного времени. В самом сердце инвестиционного ресторана на кухне – суматоха. Повара и кулинары еле успевают вдавать блюда в зал. Шеф-повар ресторана Сергей Резников, хоть и в деловом костюме, тоже принялся помогать персоналу. Пока на кухне все суетятся, столики в ресторане продолжают занимать инвесторы. Какое блюдо сегодня самое популярное в инвестиционном ресторане? На сегодняшний день, так как Кубань является житницей, самое популярное блюдо, которое мы привезли 2 года назад, и третий год мы его продаем, это козленок, который мы делаем в особых травах, с особыми кубанскими специями, которые пользуются популярностью. Люди, которые приходят, вспоминают его, как они ели 1 год назад, как ели 2 года назад. На сегодняшний день мы предложили новинку. Это котлеты из азовской щуки, которые пользуются не меньшей популярностью, чем наш козленок. Вина, фермерские сыры и свежие только с грядки фрукты. Все с кубанским колоритом. Такие инвестиции со вкусом в ресторан приходят попробовать целыми делегациями. Кстати, прославленного козленка решили продегустировать и гости из Словакии. Параллельно с этим на площадках форума деловая жизнь набирает обороты. График губернатора Кубани сегодня был расписан буквально по минутам. Так, Вениамин Кондратьев встретился с главой Сбербанка Германом Грефом, чтобы обсудить дальнейшие пути развития особенно важных направлений для региона. Подписание соглашения шли друг за другом. Одно из них касается благоустройства Геленджика. Документ, в котором сегодня свои подписи поставили губернатор края Вениамин Кондратьев, мэр Геленджика Алексей Богодистов и директор Единого института развития в жилищной сфере Дом РФ Александр Плутник, фактически подразумевает комплексное развитие курортного города. По мнению Вениамина Кондратьева, благодаря этому соглашению о Геленджике можно будет говорить как о всесезонном курорте. Набережная обновят и даже увеличит ее протяженность. Также в городе появится новый парк. Соглашение о благоустройстве подписано в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Центральным событием этого дня, как, впрочем, всего экономического форума, стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Глава государства остановился на проблемах мировой экономики. Выступление российского лидера также не обошлось без темы реализации национальных проектов. Наша задача в ближайшие годы не только войти в пятерку крупнейших экономик мира. В конечном счете это не самоцель, а только средство. Нам нужно выйти и закрепиться на среднеевропейском уровне по всем основным параметрам, отражающим качество жизни и благополучие людей. Исходя из этого, мы сформировали и национальные цели по росту экономики и доходов граждан, сокращению бедности, увеличению продолжительности жизни, по развитию образования и здравоохранения, сбережению окружающей среды. На решение этих задач направлены национальные проекты, которые мы реализуем. Путин призвал власти на местах активнее привлекать частный капитал в нацпроекты. По словам главы государства, реализовать эту просьбу можно, пользуясь разными механизмами. Набранный высокий темп экономического развития Кубани привлекает бизнес, и здесь нужно идти навстречу. Именно поэтому создаются дополнительные стимулы для привлечения инвесторов. С давним зарубежным партнером края, заместителем председателя совета учредителей концерна «Клаас» Катриной Клаас, глава региона встретился на площадке Петербургского экономического форума. Этот саммит знаковый для компании. Именно здесь 3 года назад был заключен первый в стране специнвестконтракт. Благодаря ему класс успешно развивается на Кубани. Вениамин Кондратьев отметил, что в прошлом году компания, как российский производитель сельхозтехники, получил более 1 000 000 000 рублей субсидий. Губернатор обратился к руководству компании с предложением открыть серийное производство тракторов, в том числе малой и средней мощности. Такая техника востребована на российском рынке. Мы уже говорили, и еще раз хотел бы сказать о том, что нас сегодня интересуют тракторы малой и средней мощности, которые очень нужны сегодня агропромышленному комплексу нашего региона, нашим сельхозтоваропроизводителям. Около 70% тракторов ежегодно в наш край приводятся из других тоже стран, различных стран, но мы бы хотели иметь очень надежного партнера по производству тракторов малой и средней мощности в нашем регионе, естественно, как и по принципу сегодня комбайнов, соответствующим обслуживанием техническим и гарантией того, что производитель этих тракторов, он здесь, в нашем регионе, что позволяет нашим сельхозтоваропроизводителям делать выбор в сторону компании «Класс», что касается комбайнов.
Да, у нас есть планы по расширению производства, по привлечению в дальнейшем инвестиций, и мы заинтересованы во внедрении новых продуктов. Такими планами делятся и другие инвесторы. Кубань все чаще становится площадкой для открытия новых производств крупных международных компаний. К слову, в прошлом году регион продемонстрировал большой рост по иностранным инвестициям, которые увеличились в 4 раза.